Привет, мои дорогие! Давайте сегодня приготовим очень вкусный, красочный салат, который готовится легко и просто, и я уверен, ваша половинка будет просто в восторге. Начинаем готовить по-весеннему очень вкусный, интересный салат. Погнали! Ну что, друзья, начнем с капусточки. Капусточка у меня молодая. Разрезаем пополам и начинаем просто шинковать. Нам обязательно ее нужно нарезать очень тонко. От этого и салат красивее выглядит. И, на мой взгляд, даже как-то повкуснее. Капусту нарезали, отправляем в салатницу. Теперь берем огурчик. Отрезаем ненужное. Разрезаем пополам. И просто вот таким вот образом нарезаем огурчик. Слегка нужно обязательно приперчить. Мужчины, конечно, могут добавить и побольше перца. Добавляю лимонный сок. Если у вас вдруг не оказалось лимонного сока, можно просто разбавить чуть-чуть водой яблочный уксус. Я всегда использую крупную соль, морскую. Но можно также использовать, конечно, каменную. Добавляю соль по вкусу. Также добавляю сахар, чайную ложку, пол чайной ложки без горки. И примерно столовая ложка подсолнечного масла. Хорошенечко это перемешиваем. Капусточку желательно перемять ложкой. Салатик я хорошенечко перемешал. Откладываю в сторону. Берем брынзочку, желательно очень вкусную. Она у меня слегка соленая. И нарезаю мелким кубиком. И добавляю брынзу в салатницу. И для украшения, и для изюминки добавляю семена льна. Аккуратненько, буквально один разок, нужно перемешать так, чтобы брынзу не поломать, чтобы она осталась целенькая. И вот, друзья, из простых ингредиентов мы получили просто замечательный, красивый салатик. Обязательно нужно снять пробу, так как получается рецепт как будто незаконченный. Пробуем. Без лишних слов, друзья. Очень вкусный, очень насыщенный и, конечно же, самое главное, хрустящий. Просто бомба. Друзья, кому понравилось, ставим лайк, подписываемся, кто не подписался. Делимся с друзьями. И, конечно же, самое главное, комментируем. Мне очень приятно читать ваши комментарии. Я все комментарии читаю. Друзья, я прощаюсь с вами ненадолго. До следующего видео. Всем пока.